Доброе утро, друзья. Видите, сегодня я сегодня в няньках. Сегодня я бабуля. Зайчик наш маленький приболел, и Катя решила его в детский садик не вести. И вот сегодня он наводит бабки порядки. Вот, пожалуйста. Кошечка сидит рядышком, наблюдает. А Тимуля устраивает бабушке сегодня райскую жизнь. Вот так вот. Встала сегодня в 5 утра. Какое-то все беспокойство. Ребеночек заболел. Сейчас покажу цветочки. Меня попросили цветочки показать. Друзья, у меня цветочков-то нету. Сейчас я вам покажу. Ну вот мои глоксинии, которые цветут, которые будут еще цвести. Вот здесь расцветают. Как-то вроде ничего особенного у меня нету. У меня раньше были фиалки. Много фиалок было. Потом они стали гибнуть. Здесь мой декабрист. Так, а здесь у меня, как ее называют, то ли березка, то ли крапивка. Я уже не помню, как правильно-то. Там тоже декабрист. И, кстати, не цвели у меня амариллисы в этом году. Даже не знаю, почему. Здесь фикус Бенджамина. Я очень много отдала цветов в прошлом году. Прям выставила их в подъезде на второй этаж. У нас же 2 этажа. Я их выставила. И говорю, забирайте. Женщина забрала там в офис. Вот, пожалуйста. На улице сегодня холодно. Катюша привела Тимульку. И у него ручки даже замерзли. А я ведь такая злыдня сразу. У ребенка руки замерзли, он и так болеет. Посмотрите, да? Прелесть какая. Испортила девке настроение. Ну, друзья мои, я сегодня с помощником. С этим помощником я собираюсь уже полдня пожарить котлеты, да? С этим помощником бабушка уже собирается приготовить покушать дедушке. Так что, если что, если мы останемся без ужина, вот этому помощнику я скажу спасибо. Вернее, дедушка пусть скажет. Да, Тимулька? Бегает он зад-вперед, зад-вперед. Мама пришла, он с мамой не сидит. Нет, зачем ему с мамой сидеть? Да, надо бегать по кухне. Все, давай, иди, бабушка будет котлетки жарить. Иди, скоро деда придет, и бабушка будет жарить котлетки. Да, а деда-то у нас голодный будет. Голодный деда будет. Врач сейчас приходил. Сюда Катя вызвал врача. Выписали таблеточки противовирусные, капельки в нос. Ну, ничего особенного. Обычный вирус. Вот так вот. Это в садик сходит, и все. Не можем еще пока адаптироваться к садику. Да, Тимулечка? Мы же не можем к садику адаптироваться еще. Потому что один ребеночек выздоровеет, второй придет, уже заболевает. И вот такая вот песня по кругу. У нас, о, как он хорошо, о, как он. Все, поди, бабушка будет котлетки жарить. У меня уже фарш готов. Все уже сделано. Осталось только котлетки сформировать и жарить. Да, Тимуля? Вот такой Тимулечка у нас. Кирюшка со школы пока не идет, гуляет. На улице тепло. Не знаю, ветер холодный или нет. Так бы можно было бы, конечно, погулять с ним, сходить на колясочке, но погуляют, вот сейчас пойдут домой и воздухом подышат. Было бы жарко, конечно, в доме можно было бы не сидеть. Да, Тимуль? Ну чего? Все? Наговорился? Все, бабушка будет кушать, готовить. Сейчас, друзья мои, будем готовить ужин. Ну все, друзья мои, ушел у меня внучок домой. Илюша зашел за Катей. И пошли они домой, даже ужинать не стали. Говорят, пойдем мы, мама, отдыхай. Да, в общем-то, и не устала, друзья мои, нисколько. Во сколько она мне привела Тимульку? Начало 8-го где-то, да, она мне его привела. Но она как-то вот быстро у них, что, все-таки начальная школа, уроки быстро проходят. И прибежала скорее домой. Я не знаю, что такое, то ли сморила меня так, что я не пошла, еще час, наверное, поспала. Тимуля-то уже при мне уснул, Катя пришла, он спит. Я говорю, вот с ребенком, конечно, сидеть ответственность все равно не та. Друзья мои, вот сидеть с внуком, да, с маленьким, еще когда вот он побольше, вот Сашка вот приходит, да, он уже большой, уже не то, он себя сам займет, он поиграет. А тут глаз да глаз, все шкафы надо. Надо везде бегать. Я боюсь этих углов. Господи, как мне страшно. Как я детей растила, вообще не понимаю.
И дело-то в том, что старшие обычно растят маленьких, да, помогают. Мне, конечно, в этом плане то, что вот, ну, я такая бабушка, что я, конечно, редко с внуком сижу. Что тут говорить? Сейчас вот не работаю. Катя говорит: мама, ты можешь посидеть? Говорит, завтра, ну, то есть сегодня, я, говорит, на больничный сяду. Я говорю: да ладно, говорю, я посижу, что тут до обеда-то сидеть, ладно. И так на больничном часто сидит. Но вы знаете, вот я вот сейчас сравниваю те времена, да, когда я жила, ну, я еще молодая была, вот жила, да, в другом городе, рассказывала. И вот детей ростишь, эти больничные, как они не приветствовали. Сейчас, мне кажется, более лояльно подходят к этому. Вот не знаю почему. Почему раньше вот было так, что на больничной с детем. Кстати, я вот работала сейчас в организации, у нас была одна такая в коллективе, которая вот ей до всего дела. Детей у нее нет, внуков у нее нет, но зато она каждого обсудит, кто сколько на больничном сидит, кто сколько чего. Я считаю, что на больничном с ребенком сидеть надо. Не просто что надо, а нельзя водить больного ребенка в детский сад. Вот если у них, например, сейчас ясельная группа, по-моему, с 4 месяцев даже, вы знаете, у них построили новый детский сад, и у них ясельная группа с 4 месяцев. Вот с 4 месяцев я все понимаю. Раньше мама у меня рассказывала, что она, вот сейчас я, друзья мои, разговариваю с вами, и вот дочери наберу, уточню на самом деле, со скольки же у них ясельная группа. Вот мне, например, мама рассказывала, говорит, раньше декрет был 3 месяца. Вот таких вот малышей приводили, да, иммунитет не... Доча, а скажи, вот у вас детский сад, у вас ясельная группа, со скольки месяцев? Но еще пока нет, но принимаются с 3 месяцев, да? Да. Ага. Угу. Все хорошо. Угу. С 3 месяцев. Я все понимаю, да, иммунитет может быть крепче, дети лучше адаптируются, но все равно дети болеют, они маленькие. Как на больничном не сидеть? Тема такая, вот. Я говорю, я жила в одном городе, и вот живу в другом городе, где, я вижу, совсем по-другому относятся к мамочкам, у которых маленькие дети. Наоборот, говорят, не водите детей больных, не водите их с соплями. Если кашляют, не водите, не заражайте других детей. Мы раньше, я не скажу, что вот я прямо водила, да. Как-то вот у меня, мне везло, что дети, они редко болели такими простудными заболеваниями. И я еще... зацепила то время, вернее, я жила в то время, когда и работы-то, в общем-то, не было, да, в основном все сидели с детьми, в садик было детей вообще не устроить, было такое время, помните, вот, но я, например, помню такой случай в своей жизни, когда у меня болел первый ребенок, муж первый у меня был в армии, и как жена военнослужащего, ну, естественно, и не буду скрывать, и немного по знакомству, ребенка у меня взяли, старшего сына у меня взяли в ясли. Был ему, наверное, ему исполнился годик. Взяли его в ясельки, и он что-то, в общем, ну, были очень хорошие ясли. Они прям вот не детский сад, они отдельно ясли были. Такие были воспитатели, такие были нянечки. И на горшок-то они научат, и разговаривать-то дети там умели. В общем, ну, и кушать их там учили. И болели очень-очень-очень редко. А тут как-то у меня он сильно заболел, простудился, может, там еще что-то, но сильно заболел, и мне пришлось, а я только-только, значит, начинала свою трудовую деятельность, потому что я до декрета я не работала, а вот после декретного отпуска я пошла работать. Пошла работать в такой магазин, где вот были такие тетки. Такие, заведующая там такая была, грозная такая, знаете, вот это был первый мой коллектив, и тетки там такие были, дородные такие, знаете, не, даже не в плане того, что вот они, ну, мне казались такими большими, такими злыми, может, мне так казалось тогда, ну, что, я еще молодая девочка была, и, в общем, и у меня заболел ребенок, сильно заболел, и просидела я с ним на больничном, наверное, недели, наверное, 3.
Конечно же, мне звонили, спрашивали, когда она больничная, когда с больничного выйдешь, когда чего. Очень были недовольны, когда она работала. Ну вот даже было страшно сказать, что ребенок заболел. И представляете, нас выписывают, мы приходим в ясли, и вечером я его привожу домой, и он у меня покрывается мелкими-мелкими такими, значит, прыщечками. На следующий день мы вызываем скорую помощь, и мне говорят, что это ветрянка. А раз ветрянка, значит, естественно, карантин в детском саду, нас уже нельзя. А там уже ветрянка, видимо, начиналась, потому что не только мы заболели. Потом я уже узнала. А свекровь у меня работает, я вот прервусь, да? Свекровь работает, свекр тем более сидеть не будет на больничном. А я жила с ними. И вот, значит, я звоню и говорю, вы знаете, я не могу выйти на работу, у меня ребенок заболел ветрянкой. Ну, телефоны, естественно, были эти наши, стационарные телефоны, мобильников. Даже не знали, что такое будет, она там разговаривает, слышно, значит, что, как они уже начинают обсуждать, почему, а вот, опять заболела, т.д. Я говорю, вы понимаете, я не сама на больничном, ветрянка у ребенка. На что мне был дан ответ? Как хошь на работу выходи, вот прямо так и сказали, вот как хошь, куда хошь, девай ребенка на работу, чтобы вышла. Куда хошь, девай ребенка. Я в слезы. Я свекрови говорю, что мне делать? Я ей мама тогда назвала, говорю, мама, говорю, что мне делать? Она говорит, правильно, говорит, а она знала ее, говорит, у нее с ее детьми. У меня свекровь, конечно, редко со мной такие вот беседы вела, да, не то что задушевные или что-то, но тут она тоже не выдержала, говорит, с детьми, говорит, вот этой заведующей, говорит, она, говорит, никогда на больничном не сидела, я, говорит, с ней работала когда-то. Говорит, на больничном она не сидела, у ней, говорит, сидела бабка с двумя ее детьми. Та, говорит, даже не знала, что такое больничный. Хорошо, вот бабушки есть, да, и человек не понимает, что некуда ребенка деть. Вот просто некуда. Это было вообще. И, в общем, я очень резко стала плохая. Но я там была единственная молоденькая. Меня и взяли-то так, знаете, нехотя. Потому что был свой вот такой вот костяк. Давно работают эти сельповские магазины. Ну, у нас райпо там было. И меня, в общем, взяли-то неохотно. Вот, и меня тут же, конечно же, не взлюбили, потому что я сижу на больничном, потому что график там, конечно же, перестраивается, хотя я даже не знаю. Там торговать-то было нечем тогда, друзья мои, нечем. Единственное, что там была работа, это фасовать сахарный песок. Крупы развесных даже не было, все это мы фасовали. Касса-то была вот даже вот такая вот, с такими вот выпирающими кнопками. Ну, помните, наверное, кто моего возраста, постарше, помните, какие были кассы. В общем-то, даже работы-то не было. Как таковой, что вот прямо очереди или что-то, дефициты очень-очень редко в магазины бывали, завозили. Это было, там привезут какие-то коробки конфеты по 300 грамм в руки. Колбасы и в помине не было. Это вот было, я вам сейчас скажу, это был 90-й год. Да, это был 90-й год, все верно. Потому что, ну, где-то ближе уже к 92-му году, потому что мы пошли в ясли, нам год был. И вот я стала там работать до Нового года. Да, до Нового года я там работала. Это был, конечно, кошмар, это никогда не забыть. И вот я все хочу, да, рассказать, как я здесь заведующей стала, например, заведующей магазином. Потом-то я тоже ушла, там была на заведовании, там много воды утекло. Но этот случай-то я не забуду никогда. После этого случая вообще была одна очень неприятная история, как мне пришлось уйти из этого магазина, потому что случилось, я вам сейчас расскажу эту историю, я рассказывала, конечно, ее близким, подругам, которые меня понимали. Значит, сигареты были прима, сигареты вообще были дефицит. А тут, значит, привезли приму. И она вот продавалась, она была вот в таких блоках, по 10 пачек. И, значит, а свекр у меня курил. А я, понимаете, я настолько хотела заслужить их расположение к себе, свекра, свекрови, и что-то там появлялось в магазине. Конечно же, бабы там по себе дефициты эти делили, тем более был магазин на хорошем счету, они делили эти дефициты.
И приходилось им еще и при дележке со мной делиться. Им это больно-больно не хотелось. Конфеты, еще что-то. Очень много скрывалось, потому что, вы понимаете, да, там уже работают бабы, а тут я вот какая-то там, да и лишнего, чтобы не сболтнула, мне тут не это самое. Я подхожу, значит, к одной из продавцов и говорю, а мне нельзя, говорю, вот свекру, вот этот блок сигарет. Мне бы подойти, конечно, может быть, к самой заведующей спросить, потому что я видела, что они себе берут. Я видела, как они берут, кладут деньги в кассу и тихонечко-тихонечко это выносят. Но деньги, да, деньги все ложили, никто не это самое, никто там не воровал, не было такого. И я подошла к одной, значит, женщине-продавец и спросила, можно ли мне вот блок сигарет взять, потому что свекр курит много, а сигареты дефицит. Она мне сказала, можно, только тихо. Значит, она мне дает этот блок сигарет, я ей даю денежку, я никогда не забуду, это было 100 рублей. Я этого никогда не забуду. Я не помню тогда, какое было у нас соотношение денег. Кто-то, может быть, мне и напомнит, но я помню, что я ей дала бумажкой 100 рублей. Она говорит, ты, говорит, сходи в кассу, положи. Я, говорит, пойду кассу снимать, и чтобы сходилась по кассовой ленте и все такое. Я положила эти 100 рублей, что уж там дальше было, я не знаю. И вечером при выходе, значит, при выходе из магазина мне говорят, ну, я положила это в сумку. Если бы она бы мне пробила бы, я взяла бы чек. Как это делается сейчас, да? Если бы она мне это сделала. Я, значит, положила их в сумку, денежка положена, я успокоилась. Мозгов нет, друзья мои. Нет, до сих пор помню этот случай. Вечером они мне, значит, Ира, покажи сумку. Никогда не спрашивали, никогда ничего у нас даже в мыслях не было друг у друга там. Ну, никогда не спрашивали, показывать сумку или нет. Я открываю, да даже была, может, и не сумка, а какая-то авоська. У меня даже сумочки не было. Не было сумочки, были какие-то вот пакетов не было тогда. Были какие-то вот эти авоськи. Я показываю, что у меня вот здесь я покупала хлеб, там молоко, что-то еще. И вот эти вот сигареты. Я ей смотрю на эту женщину-то, на этого продавца-то я смотрю. И спрашиваю у нее глазами-то, как мне, а она же подошла-то с той же бабой, которая меня попросила показать. Она отвела глаза и сказала, ты украла блок сигарет. Вы представляете, друзья мои? Я стою, я говорю, я не крала этот блок сигарет, я за него деньги положила. У меня даже в голову не пришло сказать, что вы кассу снимите, посмотрите, там же все сходится. И я в то же время боюсь... Она меня подставляет, а я в то же время боюсь сказать правду, что это она мне разрешила, вы понимаете? Я боюсь это сказать. Вот ты, завтра мы скажем заведующий, завтра мы все, ты отсюда уйдешь, с этого нашего магазина, куда ты пойдешь, непонятно. Я сейчас ролик записываю. Ну вот, друзья мои, и значит, я отдаю этот блок сигарет, и потом к ней подхожу, я говорю, мне деньги надо забрать, я же за него заплатила, за эти сигареты. Я вся в слезах, я не знаю, как мне доказать. Я прихожу домой, я рассказываю все это свекрови. Свекру я не рассказывала. Он такой вообще человек был молчаливый, такой, ну, с ним, ну не выложишь, женщина, лучше поговорят. Тем более мне надо было с ней поделиться этим. Я ей рассказала, она промолчала. Она не сказала мне ничего. Я почему-то думала, что так как вот она ее знает, она, может быть, позвонит и поговорит. Но этого не произошло. А может и произошло, я не знаю. На следующий день я пришла и сразу же пошла к заведующей. Я за ночь все это передумала. Я подошла и рассказала все, как было на самом деле. Я не стала скрывать. Единственное, что она мне потом сказала, говорит, почему ты обратилась к ней, как к продавцу, почему ты к ней обратилась, потому главное вообще здесь в магазине я. И надо было спросить у меня, а ты вот за этот проступок, я сейчас, говорит, позвоню руководству, пусть тебя переводят на другой магазин. Я, конечно, очень переживала, очень я просила, чтобы меня, ну, обо мне не говорили вот этой вот лжи. Но она мне поверила, потому что если бы не поверила, меня бы выгнали оттуда с позором, да? И... Да, Коль?
купи хлеба и молока. Да. Вот, друзья мои, я знаю, что она мне поверила. Она мне поверила, потому что у меня потом свекровь спрашивала, ну, как у тебя дела, как чего. И вот после этого-то как раз меня перевели, после этого магазинчика я была, рассказывала, в ларьке я стала торговать соками, мне доверили вот этот ларек. И когда вот это вот все произошло, когда вот ларек-то обокрали, и у меня обнаружили излишки, помните, был ролик у меня об ОБХСС, когда мне стаканчики рассчитали неправильно. Я, конечно, тогда струхнула, что, господи, и там-то вот такое мне невезуха, и там-то невезуха. Ну вот пришлось мне пережить, друзья мои, вот такую ситуацию. Но я думаю, что они просто не хотели иметь в коллективе молодую девчонку, которая могла что-то лишнее сказать, тем более были такие дефициты. Где-то лишний раз что-то они скрывали, потому что я видела, как к дверям заднего, значит, выхода магазина подходили женщины с конторы и выносили там пакетиками. Все это я видела, конечно же, но я молчала, это было не мое дело. Мне еще бабушка моя говорила, спасибо ей, она дала мне долю мудрости, а не такую, она мне говорила, не будь, а простота хуже воровства, вот так она мне сказала, что, говорит, никогда никому не доверяй, и никогда не ври, не воруй, никогда, говорит, лучше скажи правду, потому что на тебя подумают так, а на самом деле было не так, и не защищай, говорит, тех людей, которые могут тебя, она, видимо, знала, что такое в жизни, ну как не знала, взрослый человек. Вот, и она меня тогда учила, никогда, говорит, не спускай это все. И вот, ну, я рассказала, и потом уже, она, главное, со мной здоровалась, это вот баба-то, которая мне сказала, возьми этот, вот эти сигареты, и я там денежку пробью. Может быть, они по кассе что-то свели, я не знаю. Но я потом с ней встречала, она со мной здоровалась. И, кстати, потом я уже узнала, что ее за пьянку из магазина выгнали. Уж не знаю, что там произошло, там уже дальше совсем другая история. Вот. А сейчас, я вот когда сюда приехала, конечно, да, что с маленьким ребенком на больничном, сначала, конечно, был страх. Вот я когда вот пошла вот в фирму, в положении я работала в одной фирме, потом мне надо было выходить на работу в эту же фирму, но я уволилась с этой фирмы, потому что нашла такую же организацию, где платят, конечно же, продавцам побольше. А ребенок маленький, вышла я на работу рано. И, ой, Кирюшке у меня, наверное, было 5 лет. Я пошла на работу, было с кем сидеть. Старший у меня с ним сидел. И у меня заболел ребенок, конечно, старший у меня справлялся, молодец, все тут помогал. Но тут мне уже было не выйти на работу, потому что такая температура, и я извиняющимся тоном, я звоню, как мне быть, у меня ребенок заболел. Я так испугалась, я настолько была напугана, на что мне было сказано, что ничего страшного, Ирина Борисовна, она меня звала, потому что я была по возрасту немножечко ее постарше, она была совсем молоденькой девушкой по сравнению со мной, хотя мне было вот уже, да, 36 лет. Вот, и она, Ирина Борисовна, вы можете спокойно сесть на больничный, ничего в этом страшного нет. Конечно же, это для меня было таким не то чтобы сюрпризом, а вот такой вот неожиданностью, как тут вот реагируют на больничные листы. Главное, конечно же, не наглеть. А куда ребенка девать, друзья мои, да? Вы же знаете, вот кто детей растил, особенно кто вот был в таких вот ситуациях, да? У меня Катя могла бы запросто бы сесть на больничную. Там такая, тоже такое чувство ответственности. Она понимает, что если она уйдет на больничный сидеть с детем, она другим учителям придется подрабатывать, детей придется дергать, может быть, в другую смену. Она это понимает, и она переживает за других. Вот это, конечно, правильно. И другие, может быть, девчонки, которые также сидят, или женщины на больничном, стараются как-то вот друг другу помочь как-то, знаете. И она никогда не осуждала человека, который может на больничный сесть, и она спокойно за этого человека работала. Она знает, что это такое. Так что вот так, друзья мои. Конечно же, очень обидно, когда в жизни происходят такие ситуации, они остаются в памяти на всю жизнь.
я вот здесь работала, да, в этой новой фирме, я видела совсем другое отношение руководства. Во-первых, говорю, я ездила, я пошла простым кассиром уже вот в новую, значит, фирму, куда я пришла после декрета. Меня посадили на кассу, потому что были либо кассиры, либо кто-то по магазину ходил, там товар выставлял, еще что-то. Меня посадили на кассу, научили работать. Я видела, как относятся к людям совсем по-другому. Нас учили, нам повышали категории. Я понимала, что страха испытывать тут незачем, как мы испытывали страх там, в те времена перед руководством. Все по-другому. Называют нас на «вы», обращаются к нам на «вы», нам идут на уступки. Составляется график, если кто-то заболел нас, а вы можете вот выйти вот так-то, так-то, так-то. Я вообще была в шоке. Я в шоке от того, что здесь может быть, мне так здесь везло. Я не знаю, но, по крайней мере, для меня вот этот вот пример того, что как я была простым продавцом, да, здесь я была простым продавцом. И потом, когда я на заведование уже пошла, конечно же, я со своими продавцами тоже старалась вот так вот выходить из этих ситуаций. Кому-то подработок побольше, кто-то с детем будет сидеть. Ну, у меня вот были такие, конечно, мамочек-то у меня не было. В основном были такие женщины с опытом. Были девчонки молодые, которые мне до сих пор как родные. Вот встречу где на улице, да прям рада их видеть, но... Тоже везло как-то мне с моим коллективом. Я то, как стала тут заведующей, я вам, друзья мои, продолжу в следующем ролике, потому что у меня уже Колюшка мой идет с работы, мы сейчас будем ужинать. Не остались ли молодежь кушать? Я вон котлет наделала, пюре сделала. Видимо, пока все это... Катя, может, подумала, что я какая-то недовольна. Я просто туда-сюда. Тимулька бегает здесь. Я за него боюсь. Тут все вот эти углы. Кухонка-то, посмотрите, какая узенькая. Он вот здесь вот встал, себя в отражении увидел. Здесь играет, а здесь у меня газ, я боюсь. Тут автоклав его заинтересовал. Сидит там. Катя переживает, что он свернет что-то. Он сидит там, накручивает. Говорит, главное, чтобы термометр не свернул. Дети – это все. Так что вот такой случай, друзья мои, был в моей жизни. Очень мне было больно. Я думала, что мне просто не пережить. Я думаю, что мне тогда заведующая поверила, потому что иначе было бы все по-другому. Бабы там были очень жесткие. Меня бы либо с позором бы убрали, либо потому что после этого мне бы не доверили бы ларек, после этого ларька мне бы не доверили один целый магазин. Я была до Толика, вот до второго сына, я работала в этом магазине одна, заведующая, и отчитывалась хорошо, и вообще все было замечательно. Так что вот такие вот дела, друзья мои, вот такое в жизни еще бывает. Может быть, у кого-то есть тоже интересные случаи, кто-то захочет рассказать, вы пишите мне ВКонтакте или пишите в WhatsApp. Я номер WhatsApp даже ниже укажу. Может быть, кто-то голосовым захочет рассказать какой-то случай, и мы его обсудим, естественно, не называя имен. Очень-очень интересны такие случаи. Они учат жизни. Я, например, после этого случая детям своим, так же, как и бабушка моя меня учила, я тоже детям говорила. Доверие к людям, да, это хорошо. В недоверии жить очень сложно, но будьте всегда настороже. Вот еще раз повторяю слова моей бабушки. Конечно же, это не ее слова, но она мне говорила: простота хуже воровства. Вот так, друзья мои. Спасибо, что были со мной. До свидания.